вас есть какой-то? Здравствуйте, уважаемые гости, руководители национального культурного центра и просто те, кто зашел на наш огонек. Очень приятно видеть вас всех сегодня в Фонде культуры. Мне очень приятно, что мы сегодня с вами отмечаем День единения народов Белоруссии и России. Вдвойне приятно, что на мою инициативу не оставить этот день незамеченным и не отмеченным таким мероприятием откликнулся Павел Федорович, руководитель Национального культурного центра Сибры. И эту инициативу подхватила вся его команда, то есть активисты. Это и общественная организация «Птицы счастья», и ансамбль «Колорит». Спасибо большое всем, и я надеюсь, вы получите сегодня очень приятные впечатления. Вам слово. Спасибо. Это традиционный наш праздник, не первый раз мы его отмечаем здесь, в Фонде культуры. Вот. Он посвящен Дню единения народов Беларуси и России. Вы знаете, что 2 апреля 1996 года, после развала Союза Советских Республик, наконец-то наши руководители прозрели и подписали намерение о создании союзного договора. Долго это было 2 апреля 1996 года. Затем были разные соглашения, сложные пути согласия, но тем не менее в 1999 году уже был подписан договор о создании союзного государства, который и сейчас де-факто и де-юре существует. Прошло сложные были пути становления наших взаимоотношений между государствами, но тем не менее, вот события в Беларуси 2020 года показали, что все-таки ближе друзей у Беларуси, чем Россия нет, и у России, чем Беларусь тоже. Это подтвердили эти события. Нам приятно это осознавать, и мы силами своего Кабардино-Балкарского общественного движения «Объединение Сибири» способствуем и стараемся делать так, что в рамках народной дипломатии наша дружба и взаимоотношения между народами и странами обозначенных стран укреплялась и совершенствовалась. Время покажет, но тем не менее бесспорно одно, что в столь серьезном окружении, в столь серьезных событиях, которые сейчас осуществляются, делаются вокруг России, нам надо наши взаимоотношения только крепить и укреплять. Вот мое краткое такое вступительное слово. Сейчас мы построим нашу программу. Будет концерт художественного агентства нашего ансамбля «Колорит». Будут выступления, будем слушать поздравления. И хочу вам тоже зачитать приветствие в наш адрес, которое направила Национальная культурная автономия белорусов Российской Федерации за подписью Кандыбовича. Это председатель Федеральной национальной культурной автономии. Он член президентского совета по межнациональным отношениям. Я, наверное, не буду его зачитывать, в принципе, покажу, что такое есть. Добавление моей подписи, мы это поздравили, опубликовали в Кабардино-Балкарской правде за сегодня в номере. Есть поздравления у нас от посольства, конкретно от отделения посольства Белоруссии Российской Федерации в городе Ростове. Уважаемый Павел Федорович, сердечно поздравляю вас с днем и ваших единомышленников, с днем единения народа Белоруссии и России. Этот праздник является символом братства и духовного родства, проверенным временем истинной дружбы и взаимной поддержки двух народов. Союзное государство – яркое свидетельство успешной реализации многих совместных проектов, благодаря которым углубляется стратегическое сотрудничество Беларуси и России во
всей души желаю белорусам и россиянам счастья, уюта, добра и согласия, мирного неба, созидательного труда и благополучия. Денис Тимофеевич. Я хотел бы еще вкратце добавить, что буквально в пятницу была конференция, в которой участвует Государственная палата, где вот я работаю, по реализации тех соглашений, которые были подписаны осенью и уже в Минюсте утверждены между Белоруссией и Кабардино-Балкарией. Видеоконференция показала, что у нас есть единые цели, есть намерение более тесного сотрудничества, и то мы не скрываем, что не один раз прозвучало наше имя Кабардино-Балкарское общественное движение «Север». Что было приятно слышать. Ура. Спасибо. Так, что у нас, Татьяна, по программе? Концерт сейчас? И в новый день с улыбкой загляну. Когда добра желаешь людям, невольно будешь счастлив сам. Пусть обернется добрым чудом все то, что счастливой будет жизнь, и обойдут, пускай, все невзгоды. Белорусская Россия исполняет ансамбль «Колорит». Солистка Людмила Сидельникова. Давай.
Теперь Гагарин. Браво! Сейчас прозвучит вальс. Берется, дуэт, исполняет по классу скрипка Елена Антонова и фортепиано Татьяна Чумакова. Спасибо, вот батька Лукашенко у нас есть такой
президент. Спасибо ему. Он не дал развалить Беларусь и не даст, я так считаю. Да. И мы поддержим. Ну, Беларусь, но казаков, я вам скажу, казачество. На Украине, конечно, больше. Но я думаю, мы с Украиной найдем общий язык. Народ такие причем. Мы будем это, значит, это будет, как бы было. Три вот таких республики, самые большие и самые родственные. Это Россия, Украина и Беларусь. Спасибо. Спасибо. Завет. Час испытаний. Поклонись отчизне. По-русски в ноги и скажи ей: мать, я жив тобой, ты мне дороже жизни, с тобою жить клинен, и тяжек день военной моя ты, будь верен ей, и если будет длинен наш путь до нашей мечты любви. Князь Александрович Колорит. Россия, Беларусь, испокон веку, они едины. Мимо
еще десятки тысяч лет их ведет совместная дорога. Вальс «Рынок любви» исполняет Людмила Сидельникова на баяне. Про жизнь
Да, к сожалению, в Беларуси не было. Так вот случилось. Может быть, и не поедет. А может, поедет, получше. Все впереди. Ваши деньги, а наша командировка. Вперед. Наш маршрут. Поэтому хочу поздравить Жевского, конечно, нет Канунникова, Анатолия Даниловича, представитель все-таки ВЕЧИ. Вот. Россия, как говорят сейчас. Поэтому хочу пожелать присутствующим и отсутствующим по уважительным причинам здесь на мероприятии. Прежде всего здоровья. Потому что в нынешней ситуации здоровье есть здоровье, и куда не денешься. Вот. И сила самого наилучшая. Получить сегодня всем хорошего удовольствия, замечательные такие барышни, которые играют, поют, и небольшие, так далее. Спасибо. Продолжите, спасибо. Доброго дня. Спасибо. Прежде сюда сядь, слушайте. Вот я скажу, прошу вас. Сейчас прозвучит песня памяти Владимира Воронова. Но это не труд народов, всех народов, которые проживают совместно, имеют общие цели, общее направление. Все делает история. Как сказал товарищ, всегда думал, что будет только славянских народов. Главных три, сегодня два, но сегодняшний день он великий. Пусть каждому он западет в душу, и он будет стремиться к тому и передаст это нашему поколению, чтобы они понимали, что такое дружба, что такое мир и как это нужно нести с собой. Это зависит от нас, от старшего поколения. Несите эту достойно и отдавайте все нашим детям, они наши будущие. Спасибо. Да. По такому случаю есть стихи у тебя готовые? Или будешь сейчас на ходу придумать? Можно экспромтом. С праздником вас всех поздравляю. Счастья, радость вам желаю. Быть веселым, не болеть. Очень долго не скорить. И чтобы в жизни личной было все отлично. Желаю вам всего того, чем молодость полна. Храни вас Господь от тяжкого недуга, от злого языка, от мелочного друга. И дай вам Господь, а это только в Его власти, здоровья, долгих-долгих лет и много счастья. И пусть задуманное вами все свершится, ведь ради этого и стоило же нам родиться. Браво! Не сомневаюсь, что сейчас они все хотят сфотографироваться вместе. Памятное фото. Конечно, Россия. Это уникальное фото. У моей любимой родины васильки в русых косах, не алмазы, не горят. В детском возрасте. А Валентина Валерьянова даже родилась год 1941. Вот апрельские дни, 41, мартовские дни 41 года. И всю жизнь учительствовала, замечательная женщина Лариса. И вот она такая же ей подстать. Давайте их поздравим. Движение «Надежда России» пусть объединяет свои ряды всех, для кого дорог мир, для кого прекрасным счастьем является счастье наших детей. И по доброй традиции